Уважаемые коллеги, добрый день. Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных проблемам неврологии детского возраста. Специально разработанные образовательные мероприятия для того, чтобы вы могли набрать необходимые кредиты, баллы в ваше портфолио для выстроения полного вектора, необходимого при периодической аккредитации специалистов. И в этом отношении Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования вместе с профессиональными медицинскими ассоциациями продолжает вам помогать более комфортно войти в новые условия доступа, разрешения к профессиональной деятельности. И сегодня в серии этих вебинаров мы продолжаем встречу с доцентом кафедры неврологии детского возраста Натальей Владимировной Чебаненко. И с вашего позволения я бы хотел обсудить сегодня вопросы, связанные с диагностикой и тактикой наблюдения за детьми, у которых отмечаются обмороки, синкопальные состояния. Вот если можно, охарактеризуйте, пожалуйста, когда мы имеем право вообще говорить, что у ребенка имеет место синкопальное состояние? Что это такое? Синкопальное состояние – это потеря сознания. Это самое главное в этом состоянии. То есть если сознание не теряется, мы можем только говорить о предобморочном состоянии. Это может быть тошнота, потемнение в глазах, чувство дурноты. Это является предобморочным состоянием без потери сознания, и значит, это не синкопальное состояние. Но если имеется потеря сознания, и при этом нет других патологических, неврологических симптомов, мы можем сказать, что это обморок, что это синкопальное состояние. И если при этом есть судорожный синдром, мы можем сказать, что это синкопальное состояние или нет? Нет. Самое главное в синкопальном состоянии – это временное нарушение мозгового кровообращения. То есть все потери сознания делятся на разные причины. Из них синкопальное состояние обусловлено именно гипоперфузией головного мозга. Причем именно полностью, когда кровоток нарушается во всем головном мозге. Транзиторное, временное. Транзиторное, да? Временное, короткое, и сразу же приходит в сознание ребенка. Спонтанно восстанавливается кровоток? Спонтанно. Спонтанно. Именно это и определяет возможность отнести это состояние к синкопе, да? Да. Да. Именно нарушение мозгового кровообращения. Понятно. Тогда, раз вы уже сказали, что есть разные причины, какие основные причины? Основные причины потери сознания у детей – это, конечно же, эпилепсия, синкопальные состояния. Могут быть состояния, которые внешне похожи на потерю сознания, но не теряется сознание при них, такие как катаплексия или истерический приступ. Они внешне очень похожи, и их надо обязательно педиатру включать в круг дифференциальной диагностики, чтобы назначить правильное лечение. А как можно дифференцировать? Какие способы вы предлагаете для педиатра, чтобы он при первом эпизоде потери сознания у ребенка мог бы выйти на уже правильный вектор диагностический? Вот есть какие-то подсказки клинические? Да, конечно. Здесь нужно очень тщательно знать анамнез. Во-первых, надо собрать всю родословную по неврологическим заболеваниям. То есть мы смотрим, была ли нарколепсия, катаплексия, было ли нарушение сердечного ритма, какие-то сердечные заболевания в родословной. И если у родственников мы находим эти состояния, мы сразу направляем их на генетическое обследование. То есть здесь нам необходимо выяснить сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет, потому что очень часто потеря сознания путают с гипогликемической и гипергликемической комой. Тоже очень важно выяснить сахарный диабет. А также психиатрические заболевания. Затем... Но наиболее частые все-таки какие причины? Если мы теперь весь круг этот с вами перечислили среди основных причин потерь сознания, все-таки на первом месте в детской практике у невролога синкопы, что? Конечно же, синкопальные состояния. Синкопальные состояния, да. 80% случаев это будут синкопальные состояния при потере сознания. Понятно. Да. Скажите, а среди причин непосредственно синкопальных состояний что можно выделить? Уже теперь, если мы ограничимся только этими. Значит, у детей 90% причин – это рефлекторные обмороки. Что это значит?
Это значит, у детей нарушаются рефлексы именно вегетативной нервной системы, которые в норме отвечают за частоту сердечных сокращений, за тонус сосудов. В норме они работают нормально, но при вот этих патологиях они могут быть усилены. И на любое воздействие они отвечают тем, что падает давление, и кровь оттекает от головного мозга. Возникает, ну, то есть нарушение кровообращения происходит, да, нарушается перфузия. Это провоцирующие факторы или это основа, вот если вы говорите рефлекторные? Все-таки в основе, ну, если позволите, я конкретизирую вопрос. У ребенка с нарушением ритма эпизод асистолии, допустим, блокада, либо неадекватный выброс, возникает кратковременное нарушение мозгового кровообращения. Почему мы должны считать, что это рефлекторно? Это ведь не рефлекторно. Это совсем не рефлекторно. Это кардиогенная здесь это причина. Это кардиогенная, да. Андрей Леонидович, да. Вы уже перешли к кардиогенным причинам. Вот это будет вторая поэтому причина, я удивился, большой когда класс. Вы сказали, если у ребенка... Рефлекторные 90% у подростков, но здесь самое важное – исключить кардиальную причину, потому что она может явиться... Значит, кардиальная не относится к рефлекторной, правильно? Ни в коем случае. Да. Значит, следовательно, вот эти рефлекторные в основе все-таки это нарушение вегетативной обеспеченности, регуляции? Да, вегетативной нервной системы, да. То есть это у подростков это часто бывает из-за гормональных срывов. У детей до 3 лет также возникают синкопы в виде белых и синих, так называемых, обмороков. Что это такое? Значит, аффективно-респираторные приступы, в народе называются синий приступ, когда возникает цианоз, это рефлекторный приступ на какое-то воздействие ребенка, часто провоцируется плачем. Происходит так называемый приступ закатывания, апноэ на вдохе, ребенок синеет, затем быстро восстанавливается, приходит в норму. Также проявляется белый приступ, но цвет кожи белый, и белый приступ, его особенность в том, что он отсрочен от воздействия. То есть воздействие может быть 5 минут назад, а приступ возникает уже через 5 минут, несмотря на то, что он обусловлен этим воздействием. Провоцирующий фактор 5 минут назад. Получается, был задолго до развития самого приступа. Да. А рефлекс включается позже. И клинические проявления позже несопоставим непосредственно с воздействием провокатора. Так получается, да? Вот это получается. Бледный приступ этот, да? Да, бледный приступ, он несопоставим, поэтому он часто запутывается. То есть мы не можем выявить причину, то есть мы не можем выявить связь. И поэтому родителей это очень сильно пугает. Причем бледный приступ, он очень сильно похож на эпилептический. Также происходит с тонико-клоническими судорогами при глубоком его, значит, проявлении. И поэтому некоторые мамы даже говорят, что ребенок умирал у нас. То есть они очень эмоционально переживают эти приступы. Их очень пугает, они думают, что это эпилепсия. А клинически, вот если не подключать сюда инструментальные методы диагностики, клинически мы как-то можем провести дифференциальный диагноз? Это приступ истинный, эпилептический, либо это синкопальный бледный приступ, если были судороги у ребенка на этом фоне? Нет, к сожалению, то есть тут никак. Педиатр тут должен обязательно консультироваться с неврологом для того, чтобы невролог назначал электроэнцефалографическое обследование, ну, целый ряд специфических неврологических методов, да, мониторинг на ЭЭГ и так далее. Но кроме того, здесь необходимо именно ЭКГ сделать. Понятно, это мы следующий вариант будем с вами обсуждать, кардиогенные, пока с рефлексогенными, да, с рефлекторными. Видите, рефлекторные, да, но это все-таки он обусловлен гипоперфузией рефлекторной, то есть имеет место нарушение быстрое кровообращение. Оно ведь имеет место при всех вариантах нарушения перфузии головного мозга, при всех вариантах синкопе, правильно? Да, при всех синкопе. Какие-то есть клинические подсказки для врача, чтобы он мог подумать, что в первую очередь, что это все-таки рефлекторный, все остальные причины не рассматривать, или нельзя быть уверенным без дополнительного обследования?
Вы знаете, я считаю, что нельзя быть уверенным. Хорошо. Вы меня убедили. Тогда переходим к следующему. Первая причина рефлекторная, вторая причина кардиогенная. Это кардиогенная, да. Здесь что нам может подсказать именно в кардиогенную причину? Приступ чаще возникает лежа. То есть никогда рефлекторные приступы не возникают лежа. Лежа возникает только кардиогенный приступ. Кроме этого, в анамнезе, естественно, у таких детей и в анамнезе нарушение сердечного ритма и у родственников. Наталья Владимировна, к сожалению, практика показывает, что, к сожалению, сам факт нарушения сердечного ритма либо проводимости становится впервые выявленный только после того, когда уже был эпизод потери сознания. Да. В отношении родственников, сердечко замирает, в народе говорят, да, у кого он не замирает? И если специально обследование у родственников не проводилось, то тоже этот вариант. Я с вами соглашусь, что надо обязательно проводить обследование, в том числе не забывать, что помимо неврологических причин может быть причина кардиальная. Поэтому, конечно, делать электрокардиографическое исследование таким детям надо. Итак, рефлекторные, кардиогенные. Какие еще есть причины для синкопальных состояний? Остальные, они все симптоматические причины. Они вторичные уже. Они уже вторичные, да. Понятно. Поэтому здесь надо будет искать основное заболевание и его лечить. В этом отношении и кардиогенные тоже вторичные, потому что нарушение проводимости и сердечного ритма – это основа основ. Скажите, пожалуйста, в простых случаях, когда нету судорог, какая должна быть тактика оказавшегося рядом с ребенком, который потерял сознание? Любого, не обязательно медработника. Учитель, родители, что вы можете посоветовать? Во время приступа нужно уложить пациента на спину, обеспечить свободное дыхание, развязать галстук, расстегнуть воротник, брызнуть холодной водой на лицо, открыть окно, чтобы увеличился приток воздуха. Проконтролировать пульс и частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Если есть возможность. Если есть возможность посчитать пульс, проконтролировать уровень артериального давления. Если же речь идет о развитии этого приступа потери сознания в присутствии медицинского работника. Что тогда? Как меняется тактика тогда? Здесь при затянувшемся обмороке парентерально можно ввести раствор кофеина, кардиамина, мезотона или атропина. То есть все те лекарственные средства, которые возбуждают центры, отвечающие за тонус сосудов, за сердечную деятельность. Можно ли вслепую использовать все эти препараты, если вдруг у пациента кардиогенная причина? Нет, нельзя. Если затягивается приступ, обязательно необходимо исследовать ЭКГ. Я не зря задал вопрос, что в присутствии медицинских работников. Нередко это бывает в отделении, в приемном отделении, либо вызвали скорую помощь в связи с этим. Да. Да. Если говорить о трудности дифференциального диагноза. Как часто бывает, что дебют эпилептических приступов начинается просто с потери сознания без судорог? Может такое быть. Существуют такие приступы, которые исходят из височной и из затылочной доли. Они протекают абсолютно одинаково, как обморок. То есть начинается атония, слабость, иногда даже предвестники существуют в виде ауры, тошнота, а приступ, исходящий из затылочной доли, он даже может переходить в статус, то есть можно подумать, что это затянувшийся обморок с тошнотой, рвотой и статусным течением. Но здесь опять-таки срок его, то есть он может настолько затянуться надолго, этот приступ тяжелый, что обморок настолько долго не затягивается. То есть здесь дифференциальную диагностику можно проводить по клинике, по семиотике данного приступа. Также сюда же можно отнести атонический приступ из лобной доли.
Также резко возникает атония, потеря сознания, и затем ребенок приходит в себя, возвращается сознание. Также может быть мочекалопускание, как и при обмороке. И здесь наиболее часто бывает амнезия, то есть при этом приступе. То есть вот этот вариант позволяет предполагать, что это дебют эпилепсии, да? Да. Дебют эпилепсии. Да. Значит, важно обращать внимание на это. Скажите, пожалуйста, а если речь идет о других состояниях, с чем еще необходимо дифференцировать? Вот у подростков часто встречаются психогенные псевдосинкопы. Они имитируют потерю сознания, подростки имитируют синкоп. И сознательно имитируют. Сознательно, да, имитируют синкоп, но иногда они этот приступ затягивают надолго, не зная, что обморок – это все-таки короткое состояние. И здесь тоже можно по длительности определить, что все-таки это был не обморок. Значит, тем не менее, имитация потери сознания очень похожа. И здесь можно отличить тем, что когда мы прощупываем пульс, он не нитевидный, как при обмороке, а может быть норма, а может быть чуть повышен. И также артериальное давление. При обмороке оно снижено, а при психогенном несинкопальном приступе оно повышено зачастую иногда, иногда в норме. И также ЭКГ будет в норме, если будет здесь рядом врач. Кроме этого, надо смотреть на характер, на то, состояла ли на учете пациентка, либо просто она имеет истерический характер, который обязательно, обморок этот, происходит при зрителях, она будет Вы играть. Специально подчеркиваете «она», есть какие-то гендерные различия в этом отношении? Или это что называется личный опыт и большее число пациентов, относящихся к женскому полу? Незначительным преимуществом, да, истерии все-таки больше к женскому полу. Да? Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, а вот катаплексия – это один из вариантов синкопальных состояний или это совсем другое состояние? Нет, катаплексия абсолютно другое состояние, хотя внешне оно также похоже на синкопальное состояние. Тоже возникают гипотония, такие вялые параличи, и таким же образом ребенок падает. Но здесь самое главное, диагностика будет в том, что приступ катаплексии начинается после сильного смеха. То есть здесь именно провоцирующая эмоция сильная. Эмоция положительная или может быть и отрицательная? Может быть и отрицательная, чаще при смехе, но иногда и при отрицательной эмоции тоже возникает этот приступ нарколепсии с катаплексическим компонентом. Кроме этого, естественно, будет дневная сонливость, плохой сон, то есть изначально ребенок будет жаловаться на то, что плохо спит, а днем, наоборот, хочет спать. Кроме этого, у него будут гипногогические галлюцинации. И, кроме этого, в семейном, иногда это, конечно, мутации де ново, но иногда это семейный анамнез нарколепсии. То есть, а по внешнему виду приступ ничем не отличается. Единственное важное различие в приступах – то, что при катаплексии не будет амнезии. Ребенок будет помнить все. Он будет помнить весь приступ. Люди, которые будут находиться вокруг ребенка, они подумают, что он потерял сознание. И скажут, что это обморок с потерей сознания. Но сознание при катаплексии не теряется никогда. Ребенок помнит все, но не может пошевелить руками и ногами. И нет, потому что нет тонуса, все зависит от ретикулярной формации, ее нисходящей части, которая именно влияет на тонус, но не влияет на восходящую часть кору головного мозга. Понятно. Здесь вот такой приступ. Понятно. Таким образом, потеря сознания у ребенка определяет необходимость проведения дифференциального диагноза с очень многими патологическими состояниями, с пограничными состояниями. И в лучшем варианте это, если синкопальное состояние, когда причиной является, по сути, рефлекторная
развития. Да, но для того, чтобы остановиться на этом диагнозе, необходимо исключить все остальные перечисленные сегодня причины, среди которых поражение со стороны сердечно-сосудистой системы, аритмия, нарушение проводимости, это эпилептические нарушения, это психические нарушения, о которых вы говорили, ну, либо пограничные с психическими, да, все-таки. Вот. Для этого требуется подключение специалистов разного направления, неврологов, кардиологов в первую очередь, с определением, с обязательным определением электрофизиологических особенностей деятельности сердца, головного мозга и определение тактики наблюдения за такими пациентами, возможно, адекватное только в том случае, когда будет установлена уже причина и определен диагноз, да, приведший к потере сознания. Наталья Владимировна, мы вас благодарим за сегодняшний разговор. И надеемся, что в будущем мы встретимся с обсуждением других тем, посвященных неврологии детского возраста. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо.